Депутаты Народного собрания республики посетили воспитанников Центра помощи семьям и детям. Парламентарии осмотрели территорию учреждения, поговорили с коллективом и детьми, поинтересовались их проблемами и обещали оказать помощь. Заместитель председателя Народного собрания Камил Давдиев поздравил ребят с праздником, пожелал им здоровья и мира. Особые слова благодарности за заботу и профессионализм он выразил работникам центра. Ребята подготовили для гостей праздничную программу со стихами, вокальными и хореографическими номерами. Не обошлось и без спортивных состязаний. В перетягивании каната победила дружба. В завершение торжества депутаты порадовали ребят подарками. Сегодня поздравить вас этим днем, поздравить вас этим праздником, пожелать, чтобы вы всегда были под защитой матери и отца, чтобы всегда ваши родители защищали вас, а вот когда повзрослеете, чтобы вы могли защищать и ваших родителей, и нас, и нашу большую родину, и Дагестан, и Россию.